Люди здесь, они словно не знают, что есть другой мир. Но словно на Луне живут отморозки. Мало ли на свете гетто. Да все сплошное гетто. Трущоба в открытом космосе. Сегодня эта сцена в полях. Я никогда такой херни не видел. Скажи-ка, ты в Бога веришь, да? Нет. А зачем тогда у тебя распятие висит? Это я так медитирую. Чё? Я размышляю над сценой в саду. Над идеей допущения собственной казни. Но в Бога ты не веришь. А во что тогда? Я считаю, что это не стоит обсуждать на работе. Стой, погоди. Мы 3 месяца вместе работаем, а я тебе ничего не знаю. Но сегодня, после случившегося, сделай одолжение. Я же не обратить тебя пытаюсь. Ладно, я считаю себя реалистом. Но с точки зрения философии, я пессимист. Ну и что это значит? Я не душа компании. Да ты и без компании не сахар. Я полагаю, что человеческое сознание – огромная ошибка эволюции. Мы стали копаться в себе, и часть природы оказалась от нее изолирована. Мы – создания, которых по законам природы быть не должно. Это звучит до чертиков ужасно, Раст. Мы – существа, поглощенные иллюзией индивидуальности, этим придатком сенсорного опыта и чувств. Мы запрограммированы, что каждый человек — это личность, но на самом деле мы никто. Я бы на твоем месте на людях об этом помалкивал. Люди здесь так не думают, да и я тоже. Лучшее, что мы можем сделать как биологический вид — противостоять программированию. Отказаться от размножения. Взяться за руки и вымереть. Однажды в полночь дружно, по-братски, отказаться жить. Тогда зачем вообще просыпаться по утрам? Убеждаю себя, что я свидетель бытия, но на самом деле просто так запрограммирован. Покончить с собой кишка тонка. Выбрал, называется, денек с тобой пообщаться. 3 месяца от тебя ни слова, и вот... Сам спросил. Да, но теперь умоляю тебя заткнуться. У меня здесь неприятный привкус во рту. Алюминий, пепел. Я как будто чувствую психосферу. У меня предложение. Давай, машина теперь будет местом молчаливых размышлений. Идет? Вы знаете, кто меня убил? Стейси Герхард, 14 лет. Награда 10 тысяч. Что мне принести к ужину? Думаю, бутылки вина вполне хватит. Я не пью. Ну, конечно, еще бы ты пил. И послушай, в моем доме придержи лошадей, чтобы ни слова этой мутатени, которую ты тут нес. Естественно, Марти, я же не маньяк. Черт побери.